Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале Max Capital, на котором развиваем инвесторское мышление, а также рассматриваем, куда можно инвестировать в эти непростые времена. Сегодня тема посвящена юаню, большое количество вопросов идет по поводу того, что ставки в юанях растут, что э, торговля юанем на московской бирже стала больше, чем торговля долларов. То есть, что происходит, Максим, что ты думаешь по поводу юаня? В данном видео я поделюсь своим мнением, что я думаю по поводу юаня, стоит ли его включать в инвестиционный портфель чем обусловлено такой спрос на юань? на российской бирже и стоит ли его в принципе включать в инвестиционный портфель в настоящий момент или стоит воздержаться от этого. Поэтому, если хотите знать ответы на данные вопросы, обязательно смотрите видео до конца. Ну что ж, давайте начнем, что фактически происходит. Фактически происходит следующее: введение экономических санкций в отношении российских банков приводит к тому, что российские банки, ну то есть когда вы проводите транзакции в долларах или в евро, так называемая токсичная валюта, а это и еврозона и Соединенные Штаты Америки которые наложили санкции на российские банки. То есть все доллары, они по сути находятся на корсчетах американских банков а евро, соответственно, на корсчетах европейских банков. То есть, как эта схема выглядит? Например, есть российский банк. Вы размещаете туда доллары. Наличные, например, кладете. Да? У этого банка есть кор-счет, Если про доллары мы говорим, есть счет, например, в Сити-банке да, или в JP Morgan. счет Соответственно, как это выглядит? Вы принесли доллары, положили на свой долларовый счет в российском банке. Российский банк у себя их не хранит, он, соответственно, хранит на корсчете счете американского банка, и через этот корсчет проходит. Что произошло с введением санкций? Банки отключили от свифта и все Средства, которые находятся на корсчетах российских банков в американских банках, они блокировались. Соответственно, вы нормально проводить расчеты не можете. Очень высокие риски. Потому что вам скажут, банк отключили. Все, что у вас там, вы будете подавать. Банк будет подавать поручение. Например, вы приходите и говорите, я хочу снять доллары. Соответственно, что он должен сделать? Банк российский. Он должен на кор-счету американского банка сделать расходную операцию. Да? То есть ну клиент деньги забрал. И выдать вам доллары он этого сделать не может и это возникает риск то есть почему летом 2022 года да многие банки прям прозванивали да, клиентов, говорили, у вас есть депозиты, особенно санкционные банки, у вас есть депозиты в долларах, у вас есть депозит в евро, заберите, конвертируйте, мы иначе не сможем вам вернуть. Вот именно по этой ситуации. И это касается не только физических лиц, это касается в том числе юридических лиц, и это касается экспортеров, это касается импортеров, кто занимается импортом на территорию России. И в этом случае получается, что если транзакция проходит в валюте, то есть высокие риски, да, что, соответственно, эта валюта попадет на кор счет российского банка в американском банке, и доллары будут заблокированы. Сделка не рассчитается. Кто на себя будет принимать такие риски? То есть, если вы являетесь производителем товара и принимаете оплату за этот товар в долларах, то в этом случае к вам приходит какой-нибудь импортер, который хочет ваш товар, который вы произвели в Турции, в Китае, еще где-нибудь, да? он вас хочет купить. Вы рассчитываетесь в долларах. И в этом случае получается, что вы понимаете, что у вас есть высокий риск что когда вам начнут рассчитывать, потому что у вас же тоже есть обслуживающий банк, который имеет курс-счет, но на уровне курс-счета в американском банке, на российской стороне, Деньги могут зависнуть. Вы продукцию отгрузите, а деньги за нее не получите. Вам это надо? Не надо. да. То есть И в этом случае вы говорите, что я с вами, с российской компанией, будь то импортер, будь то экспортер, я с вами в валюте рассчитываться не буду. Которая является токсичной, да, потому что ваши банки, они заблокированы. То есть есть там один-два банка, которые еще проводят какие-то крупные межгосударственные платежи за сырьевые товары, за нефть с установленным по лимитам потолком за газ. В этом случае, соответственно, проводится. Или Россия говорит, что платите рублями, вообще проблем нет, или там с определенным банком конвертировать. И к чему в итоге это приводит? К тому, что спрос на доллары падает, потому что риски очень высоки расчетов в долларах. И поэтому, естественно, в такой ситуации переходят на какие-то альтернативные валюты, так называемым кросс-курсом. Что такое кросс-курс? Когда вы не можете, например, за рубли напрямую купить доллар, то в этом случае вы, получается, за рубли покупаете юань, а потом рассчитываетесь с поставщиком в юанях, а этот поставщик юань соответственно, за юань покупают доллары, да, если ему непосредственно доллары нужны, как основное средство платежа международных расчетов. И в этом случае возникает вопрос спрос на юань со стороны импортеров, потому что они таким образом закрывают риски. То есть, если они закупают товары и услуги за границей, за рубежом, они расплачиваются в юанях. И это приводит к дестабилизации. Ну, не дестабилизации, это приводит к тому, что так как возникает большой спрос на юань, то он начинает в какой-то степени расти даже быстрее, чем растет доллар. Это вот первая история, которая связана с торговыми платежами, которая связана с санкционными рисками и почему такие высокие объемы торгов юаней непосредственно на российской фондовой... Секции. Второе, если смотреть в принципе, да, что происходит с юанем и долларом, есть такое понятие, как я тоже говорил в свое время, неоднократно в своих роликах упоминал, что на курс рубля есть факторы внешние, которые воздействуют, в первую очередь это операции carry trade, а разница в процентных ставках в валюте и в рублях. И Соответственно, внутренняя история, да, связанная с ценами на нефть, да, каким образом образуется. Такая же самая история на самом деле есть и в отношении юань-доллар. То есть мы сейчас немножко в сторону убираем курс юань-рубль, а смотрим на курс Юань-доллар. Почему это важно? Почему это необходимо понимать и осознавать, что Китай ведет так называемую валютную войну или может вести валютную войну? Примером этого может служить как раз-таки ситуация, когда господин Трамп был президентом Соединенных Штатов Америки и он а, обложил китайские товары дополнительными пошлинами, да? потому что сказал, что ну, вот, нехорошо вы себя ведете, и будут у нас таможенные пошлины. Что на это ответил Китай? Китай сначала ответил симметрично, то есть он на такое же сопоставимое количество американских товаров, которые возятся на территории Китая, тоже повысил пошлину. Но если американцы на 250 миллиардов обложили пошлинами, то китайцы смогли только на 50 миллиардов, потому что Китай не возит такого объема товаров с территории Соединенных Штатов Америки, да, чтобы, соответственно, уравновесить этот баланс, чтобы симметрично ответить да, на 250 миллиардов ввести ограничений. Что тогда здесь сделал Китай? Китай начал ввязываться в так называемую валютную войну, когда он начинает девальвировать национальную валюту. То есть почему он это делает? Он товары, которые произведены в Китае, когда высокий доллар и слабый юань, то есть товары, произведенные в Китае при слабом юане, в долларах для американцев стоит дешевле. Еще раз, когда начинается девальвироваться юань, юань начинает ослабевать к доллару. То есть, условно, вы производили там, MacBook производили да, на территории Китая. И условно этот MacBook стоил, я к примеру говорю, стоил 1000 долларов. А курс юаня был 1 к 5. Опять же, все к примеру считаю, да, что, чтобы просто было легче на пальцах это рассчитать. Соответственно, вы начинаете девальвировать и девальвируете юань, допустим, до семи с половиной. К чему это приводит? У вас затраты на производство этого ноутбука в Китае непосредственно в долларовом эквиваленте начинают снижаться. То есть, условно, затраты были 500 долларов, да, и 500 долларов это была прибыль при цене 1000 долларов. Когда вы начинаете снижать себестоимость производимой продукции, да, то в долларах себестоимость уменьшается. И тогда вы можете позволить продавать в Америке этот товар в долларах дешевле, потому что у вас себестоимость снизилась в долларах. И это наносит прямой удар по производителям, которые находятся на территории Соединенных Штатов Америки, потому что у них зарплата в долларах, потому что себестоимость у них осталась на прежнем уровне, а из-за того, что Китай девальвировал свою национальную валюту, все китайские товары можно за доллары продавать дешевле, потому что себестоимость уменьшилась за счет валютной переоценки. И таким образом начинается валютная война. Да? То есть, естественно, потребителю ему же выгодно купить дешевле, китайские товары становятся дешевле, просто дешевле. А американские товары, произведенные на территории Америки, пускай у них даже цена остается та же самая. И в этом случае получается количество товаров, которые привозится, китайских, привозится на территорию Америки, увеличивается. Китайские компании начинают зарабатывать больше, а американские компании не зарабатывают, потому что они не могут продать свою продукцию, а потому что она осталась на прежнем уровне. А цена китайских товаров снизилась на 10-15%. И любой потребитель хочет при сопоставимых характеристиках, потребительских характеристиках, хочет заплатить меньше. И в этом случае китайская экономика выигрывает, потому что она продает больше товаров, потому что она получает больше выручки. А китайские производители начинают зарабатывать меньше. А они свой товар продать не могут. Соответственно, у них прибыли нет. Они начинают увольнять своих сотрудников. Растет уровень безработицы неопределенность, экономический кризис, потому что американские корпорации перестают зарабатывать. Мы говорим про производственные корпорации в первую очередь сейчас. И вот таким образом получается, если мы говорим о текущей ситуации, да, то есть высокая вероятность того, что это одно из самых сильных оружий, оружие со стороны Китая и Америка неоднократно заявляли и обвиняли в Китае, что у них юань не является свободно конвертируемым и говорили давайте сделайте все-таки его свободно конвертируемым, они говорят нет нет не сделаем, да, то есть это вот то массовое такое оружие мощнейшее оружие в руках Китая, которое может очень серьезно повлиять на экономику Соединенных Штатов Америки, вопрос заинтересован ли он в этом да? для того, чтобы это осуществить, для того, чтобы оказать такое воздействие, но тем не менее, если будет серьезное обострение, это может произойти. Почему я про это говорю? Потому что когда вы формируете свой собственный инвестиционный портфель, тот ажиотаж, который я вижу по поводу юаня в настоящий момент, я думаю, что он через чрезмерен. Почему? Потому что опять количество инструментариев, которые можно разместить юаня. Ну, то есть вы говорите, все, доллары я купить не могу, евро я купить не могу, я хочу иметь валютную позицию, я буду покупать юань, да, то есть я буду покупать юаневые облигации. Подумать нужно очень хорошо, потому что если это речь идет про валютную позицию, то, скорее всего, это аллокация активов на за рубеж, да, то есть вне контура российской юрисдикции. И тогда вы должны понимать, что если вы начинаете юань рассматривать как альтернативу доллара или евро, вы должны понимать, что среднесрочно, если будет какое-либо обострение, да, то экономическое оружие Китая в отношении Соединенных Штатов Америки это является девальвация юаня. И тогда доллар будет укрепляться, а юань будет снижаться. И это нужно понимать. При этом, куда вы будете доллары те же самые инвестировать. Второе. Акции тоже число ограничено, да, то есть в международных расчетах все-таки юань не занимает такую долю, как доллар. Что же делать в такой ситуации? Возникает закономерный вопрос. Опять Максим понарассказывал всего, да, где-то вообще для специалистов, и ничего не понятно. Что же делать с юанем? Первое, нужно понимать, что почему Такая популярность, потому что у нас идут экономические санкции в отношении российских банков и расчеты в долларах и евро затруднены. Раз. Как альтернативу начинают использовать юань, но юань как средство платежа и поэтому на них возникает спрос. Второе, если мы понимаем, и вы посмотрели вот это вот видео, да, когда я говорил об основном риске мировой экономики, и мы понимаем, что будет конфронтация между экономиками Соединенных Штатов Америки и Китая, то один из мощнейших инструментов воздействия на экономику Соединенных Штатов Америки, экономическую силу США, в руках Китая, да, это девальвация юаня, ослабление юаня. И в этом случае тогда нужно понимать, что если вы будете хранить деньги в юанях, в инструментах с фиксированной доходностью в юанях, то нужно понимать, что первое, даже инструменты с фиксированной доходностью в юане, будь то банковские депозиты или облигации, они не покрывают инфляцию, что в юанях что в долларах. То есть уровень инфляции долларовый и юаневый, в ну, юане в Китае, он выше доходности банковских депозитов. То есть нахождение просто в юанях, в инструментах fixed income да, с фиксированным доходом не покрывает инфляцию. Ну, то есть капитал у вас не прибавляется от этого. Второе, вы должны понимать, что если Китай пойдет на обострение и девальвацию, то по отношению к доллару ваша валютная позиция будет переоценена. Доллар обеспечит более высокую доходность, чем непосредственно юань. Поэтому долгосрочно находиться в юанях тоже смысла нет. Если вы для себя рассматриваете сохранение некой такой валютной позиции, то в этом случае хорошей альтернативой могут являться, во-первых, замещающие облигации российских компаний, которые дают доходность там в районе 5-6 процентов эмитенты высокого класса уровня на среднесрочной доходности там в районе 5-6 процентов то есть справляется задача сохранения денежных средств от инфляции будете получать в рублях по курсу цб и второе это соответственно золото как некая прокси, да, то есть как некая хеджирующая позиция, когда вы покупаете или физическое золото, или золото в вимы инвестиции, да, когда это бумажное золото, которое через российскую компанию в российской юрисдикции хранится непосредственно в России. И также в качестве золота можно рассмотреть золотые облигации Селегдара, где вы тоже, по сути, покупаете золото и получаете некий дополнительный доход в районе 5% ежегодно премию к цене на золото. Да, а номинал облигации зависит от золота. Вот такое вот некое резюме, которое хотелось бы рассказать по по поводу того, что происходит с юанями, количество инструментария ограничено, доходность этого инструментария не покрывает инфляцию, риски по-прежнему достаточно высокие. Если вы хотите сохранить свою валютную позицию и прокси на доллар, да, то это замещающие облигации, золото, бумажное золото, физическое золото в форме облигаций того же самого Селегдара. Хороший, интересный инструмент. Золото добытчики, но золото добытчики в данном случае это все-таки акции. Да, хорошая, интересная, перспективная история, но если мы говорим как инструмент юань, да, и заработать на этом я вижу что здесь риски чрезмерно высокие овчинка выделки не стоит а альтернативы я соответственно заявил ну что ж друзья на этом у меня все не забываем про то что в ближайшее время будет потрясающий мастер-класс о том какие риски присутствуют в мировой экономике как я лично я собираюсь на них реагировать ссылочка внизу проходите регистрируйтесь на бесплатный вебинар рад буду вас там видеть на связи был максим петров пока пока